5 июня 2009 года, озеро Катакельское, южное прибрежье, станция 1 отбора проб. Начерпательная проба Петерсона. Хорошо видны личинки мотыля. Также в пробе встречены брюхоногие моллюски и одна двустворка. 5 июня 2009 года, озеро Катакель, центральная станция. Проба Бентоса 2.1, собранная начерпателем Экмана Беджа с глубины 4 метра. Личинки мотыля. 6 июня 2009 года, озеро Катакельская, станция, располагающаяся у села напротив села Исток. Глубина 2 метра. Проба обозначенная, бентосная проба под номером 3.1. Мотыль, олигохеты, амфиподы.